Исследователи в Мюнхене делают человеческие органы прозрачными. В будущем это поможет усовершенствовать технологию печати частей тела на 3D-принтере и создавать, к примеру, почки или поджелудочную железу. Исследования проходят под руководством Али Эртурка в университете Людвига Максимилиана. Ученые используют растворитель, чтобы делать настоящие человеческие органы прозрачными. После этого их сканируют с помощью лазерного микроскопа. Это позволяет запечатлеть всю их структуру, включая капилляры и каждую клетку. В итоге в руках исследователей оказывается чрезвычайно подробная цифровая копия. Теперь дело за 3D-принтером. Сначала на нем печатают структуру органа, а потом принтер заправляют стволовыми клетками, которые играют роль чернил и направляются на свои точные позиции. В результате получается полностью функционирующий орган. 3D-печать уже широко используют для производства определенных частей тела. Однако до настоящего времени напечатанные органы были недостаточно детализированными, поскольку их создавали на основе изображений, полученных при МРТ. Теперь мы можем видеть каждую клеточку в прозрачных органах, и потом мы можем создавать точную копию, используя 3D-биопечать, получая реальный функционирующий орган. Я считаю, что мы впервые значительно приблизились к созданию настоящих человеческих органов. Команда Мюнхенского института планирует в ближайшие 2-3 года начать печатать поджелудочную железу, а через 5-6 лет уже научиться печатать почки. Сначала исследования будут проводить на животных. Команда проверит, смогут ли они жить с напечатанными органами. Клинические исследования на людях планируют начать через 5-10 лет.